Приехал очередной Карвин. Вот такая забавная гитарка. То есть у него мы видим такое сочетание двух миров, акустической и электрогитары. То есть здесь гриф абсолютно такой же, как на стандартных Карвинах электрических. То есть это 14 радиус, стандартная ширина, там в районе 43 мм грифа, 24 лада. Вот толщина такая же, вот как на электро. То есть не толстый гриф. Корпус тоже достаточно тонкий, примерно как на полуакустических гитарках. Здесь тоже на самом деле вот можно увидеть, что здесь он не абсолютно пустой. Вот ушки, они здесь заполнены древесинкой. Вот кленовый топчик, бридж как на акустике, струны от акустической гитары довольно толстые здесь стоят. Пока не менял, такими, с какими приехала, не знаю, ощущения достаточно такие плотные. У меня стоят 11.52, здесь такое впечатление, что может быть даже и 12. Но пока сказать точно не смогу. Вот такая любопытная гитарка. Что еще тут интересно, вот мы можем видеть такие ручки. Это громкость. Ну, кстати, можно послушать, как она звучит. Она звучит в общем чуть погромче, чем обычная электрогитара, не подключенная, но значительно тише акустики. Но заниматься вполне можно и на таком звуке. Вот. Также здесь вот эта ручка отвечает за низа. Здесь можно низ как убавить, так его и прибавить. И среднее положение, то есть нейтральное получается. То же самое с верхними частотами. Убавляем, серединка, прибавляем. Я играл в таком в среднем положении. Мне понравилось, кстати, вот играю в такой небольшой комбик. Позитив грайд. В акустический пресет. Здесь немножко низов добавить. Совсем прибавил. Убрал низа. Серединку. Верха убрал. Верха на полную. Замечательная гитарка.